Всем привет, друзья! Всем привет, друзья! Вы на семейном канале Здравствуйте, наши дорогие! На каком канале наш друзья день? Baby Go! Все верно, Baby Go! И сегодня у нас очередные итоги недели номер 18. Друзья, прежде чем подвести итоги и назвать победителей конкурсов и лучшие комментарии, я вам напомню, что у нас стартовал на прошлой неделе конкурс на Оску, где должны были нарисовать меня, маму и Дэна на одной картиночке. К сожалению, многие условия конкурса не поняли. Мы решили продлить еще этот конкурс на неделю и просим вас, наверное, не Оску, наверное, а нарисовать арт я, мама и Дэн на одной картиночке. А дальше мы выберем победителя и разместим его на 3 недели в шапке канала, друзья, в шапке. А потом, возможно, еще раз этот конкурс проведем. Итак, загадный блогер прошлой недели, это был Стас Давыдов, отгадала его Арина Полубенко. Арина, мы тебя поздравляем, ссылочка на твой канал в описании, вот она еще твоя шапочка. Ну и переходите на ее канал, подписывайтесь. Динчик, давай Арине Полубенко привет передадим. Привет тебе, Арина! Привет, привет! Друзья, ну а вот он, загадный блогер этой недели, так что дерзайте, угадывайте, как всегда. Рандом определить победителя, пишите ваши варианты. Ну и мы придадим привет обязательно на следующей недельке. Успехов! Ну а пасхалку самой первой на этой неделе нашла Mercat Love. Вот она. Мы ее поздравляем. Ссылочка на тебя также в описании. Также переходите на ее канал, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Динь, давай передадим привет победительнице Mercat Love. Давай. Привет тебе, Mercat Love! Ну а теперь переходим к основной части. Называем лучшие комментарии этой недели и передаем приветы нашим друзьям, которые эти комментарии написали. Поехали! Итак, первый комментарий на этой неделе прислала Эми Роуз. Фильм «Оно» классно, молодца! Дин, сколько Эми Роуз собрала лайков? Посмотри. 13! 13 лайков! Давай ей передадим приветик. Давай. Привет тебе, Эми Роуз, привет! Следующий комментарий прислал... Даша Топчик! Ого! И классно, и страшно! Офигеть! Динь, сколько лайков собрал Даша Топчик? 10 лайков! Давай передадим привет! Давай? Да. Привет тебе, Даша Топчик! Привет! Привет, Даша Топчик! Привет! Диня, такое у нас случилось первый раз. И еще один комментарий, который попал в лучший, прислала Эми Роуз. Блинчик, я теперь спать не смогу. Динь, сколько в этот раз Эми Роуз лайков собрала? 11. Мы тебе дважды передаем привет, Эми Роуз. Динь, давай передадим. Привет тебе еще раз, Эми Роуз. Ну и четвертый комментарий, который стал очень популярным, прислала Арина Полубенко. Она сегодня уже была в нашем ролике, да, Динь? Сколько лайков собрала Арина Полубенко? 19 лайков! Ничего себе! Это наш, наверное, новый рекорд, да, Динь? Когда у нас подписчик собирает 19 лайков под своим комментарием. Что же она написала? Baby Go супер, Baby Go класс, кто не верит, тому в глаз. Да, Динь? Если больше 10 сердечек, то наш канал самый лучший во вселенной. А сколько сердечек, если 19 получает? Это больше 10? Да. Конечно. Спасибо большое, нам очень приятно. Поехали дальше. Следующий комментарий прислала Мария Про. Не, что написала Мария Про? Очень интересное видео, как всегда, лайк, вы топ! Сколько лайков собрала Мария Про? 13! 13 лайков! Привет передадим Марии Про? Да. Привет тебе, Мария Про! Привет! Ну и последний на сегодня комментарий прислала Энник. Или Анник, правильно? Друзья, еще раз напоминаю, мы просим прощения, если немножко неправильно называем ваши ники. Страшно! Молодцы! Спасибо тебе большое, Энник. Сколько она лайков собрала, Динь? 11 лайков собрала, да? Давай приветик передадим. Да. Привет тебе, Энник! Энник, Анник. Это были все самые популярные комментарии на сегодня. Как видите, в этот раз было 2 лучших комментария от одного и того же подписчика.
И это вполне возможно, если вас другие подписчики поднимают наверх. Так что приглашайте друзей, как можно больше рассказывайте о нас своим друзьям и товарищам, а также делитесь нашими роликами, и у вас также есть шансы попасть в наш еженедельный выпуск. А также не забывайте, что 5 лучших комментариев каждый выпуск мы публикуем в начале следующего выпуска. Друзья, ну и конечно не забывайте участвовать в конкурсе «Угадай блогера», вот он блогер этой недели загаданный. А также искать пасхалку, которая может быть спрятана как ролики во вторник, так в четверг, так и в субботу. Вот она, эта пасхалочка, да, День? Да. Ищите ее, пожалуйста. Ну и, конечно же, пишите комментарии, самые лучшие попадут в наш еженедельный выпуск. Как вы помните, по 2 комментария от ролика во вторник, четверг и в субботу. А также 5 лучших комментариев каждого ролика попадают в следующий, об этом тоже не забывайте. Друзья, и конечно же, чтобы мы наконец-то устроили стрим, который будет на 10 тысяч подписчиков, чтобы мы быстрее это провели, надо как можно быстрее нам набрать 10 тысяч человек, поэтому делитесь этим видео с друзьями, ставьте пальчики вверх, нам от этого становится еще более приятно. Мы будем стараться и дальше для вас снимать интересный материал. Кстати, нам очень интересно, понравилась ли вам неделя челленджей Хэллоуин. Пишите об этом в комментариях. Возможно, к следующему тематическому празднику мы еще проведем какую-нибудь неделю челленджей, если вам, конечно, понравилось. Ну и не забывайте писать ваши предложения по челленджам, а также предлагать виды наказаний. Лучшие мы выберем и их исполним. А тех, кто предложил, тех мы озвучим в ролике, да, Дэн? Да. Ну а на сегодня все. Мы с вами прощаемся. Ставьте нам пальчики вверх, как мы уже сказали, пишите свои лучшие комментарии, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших самых свежих новостей. Ну а мы с вами прощаемся, до новых встреч, друзья, пока!